Всем привет, с вами психиатр, мы продолжаем играть во Flatout Ultimate Carnage. Так, тут какая-то эта гоночка из двух кругов. Вот. О чем-то говорить, что тут нет времени нам толком разогнаться, надо всех рвать вот прям сразу. Сразу заново. Потому что так вообще не идет. Блин, почему мы концы начинаем последними? Так нечестно. Как бы в середину вставляли нас. Блин, просто какое жуткое тут месиво, а. Первые выезжают, а мы месимся вот из-за вас, долбоёбы. Да куда ты, сучка? Пипец. Блин, я чувствую, это будет непросто проехать. Да куда ты едешь, Рейкард, долбоёб? Где ж первый-то? Первый уже укатил, пока мы тут пихались. Блин, у меня уже машина дымится, а это еще только первый круг, писец какой-то. Я, если честно, на это не рассчитывал. Так, погодите, я первый. А когда я успел обогнать его? Что-то я не понял. Ну ладно. Блин, теперь надо просто проехать. Ёптель. Это на самом деле будет тоже непросто. Во-первых, тут длинный круг. Вот, а во-вторых, у нас машина уже раздолбана. Нам несколько раз врезаться, и все, у нее отвалится что-нибудь. Без колеса, например, мы не доехать не сможем. Так что надо поаккуратнее. Так, ну где-то треть круга еще, да? Примерно так нам ехать. Хотя, может, и больше. Так, ну что, замечательно, первое место. Не просто было, но мы это сделали. Ого, у последнего 4.32, офигеть. Какой медленный. О, ну тут прям все бабло. Лучший разрушитель, мастер по взрывам, лучший круг и бульдозер. Ну да, обычно у меня машина не разваливается на первом кругу. Так что логично было отдать мне это все. Ну вот, поехали дальше. Поехали дальше.
Так, вот тут озвучил, вот здесь проезжает, насколько я помню. Тут можно и вот здесь срезать. В принципе. Так, ну здесь определенно лучше сюда ехать. Вообще такая приличная срезка, скажем так. Не, ну это будет легко. Эта трасса не такая длинная, она легче, мне кажется. Блин, ты что тут делаешь? Кэти Джексон сдохла. Блин. Да ёбаный ворот. Да что ж такое? Так, все равно первое место. Да, круг 53 секунды всего. Так что нормальдыс. Так, за лучший круг нам дали всего лишь 300. Так, ну что, 20 к 13. Неплохо. Да блин. Да ну ёшкин кот. Да не, дайте мне заново. Что-то как-то я вообще это... Вылетаю здесь. И на отбойника не ту мать его. Придется аккуратнее ехать. Блин, кто тут масло разлил? Так, ну зато нам нитро дали. И мы вторые. Очень хорошо. Так, Джек Бентон первый, собака. Так, ну нормалек. Джека Мэнтона сбили. Вот, а сами выехали. За счет него. Отлично, рекорд круга установили. И приехали первые. Ну что, здорово, три первых места. Тут еще нам денег накинули. Так, тут 1700. Так, ну что, за три первых места дают 5 косарей. Неплохо. Так, и мы уже, кстати, нахудовали 40 тысяч.
что в принципе неплохо. Ну и на время. Блин. Ну ладно, давайте попробуем, посмотрим. Посмотрим. Как оно пойдет. Ну, вот, скорее всего, конечно, мы не проедем с первого раза. Но черт его знает, как получится. Трасса, в принципе, не очень сложная. Вот, ее можно проехать. Пытаться. Блин, ну не за 40 же 9 секунд, вы чё, скотина? Ну всё. Не, ну мы на бронзу, кстати, проехали. Несмотря на то, что врезались, но прям вообще на грани. Слушайте. Ладно, давайте деньги хоть получим. Хоть 500. Тоже неплохо. Но сейчас я еще раз, конечно, попробую. Тут можно было на самом деле проехать, если бы тогда не врезались. Я думаю, ну не знаю, 5 секунд. Хз. Но возможно, мы бы проехали на серебро. Если я не затупил. Блин. Ой, лопутаем. Ну ничего. Да бляха. Да ну нафиг. Что мы обо все врезаемся? Такие баки мусорные. Кто-то наставил. Нехорошо. Кто, блин, наставил на дороге мусор? Вообще, что ли? Блин, ну не получилось. Одна секунда сплавилась. Лишняя. Так, ладно, давайте тогда потом оставим эту гоночку. Вот, на потом. Может быть, будет лучше. Давайте сейчас проедем вот это. И окей. Но...
Так, ну ничего, пока едем третьими. В принципе. В принципе, можно догнать. Они недалеко. Так. Блин, а кто у нас темно-синий? Фрэнк Малков, опа. Какие люди. Без охраны. Что вы тут делаете, ёптель? На первом месте. Да блядь. Короче, мы третьи. Фигово начали. Не, ну я в принципе понимаю, почему Фрэнк Малков первый. Вот. Вот. Да, у него машина подходит для этой гонки. Блин, а тут на самом деле все эти... Не в городе. Блин, опять эта трасса. Ой, мне часто суют. Да уйди, Куртис, собака некрещеная. Опа, Джек Бентон умер. Хорошо, на самом деле Джек Бентон сильный соперник. Так, первая, по-моему, Софа едет, да? Сейчас мы это исправим. Да ну, ёшкин ты ж кот! Фрэнк Малков, вот скотина. Да блядь! Да хорош! Блядь, чё я делаю? Как я тупо еду. Не, ну Фрэнку Малкову нельзя отдавать место выше моего, никак. Блин, ну у него машина намного управляемее моей. Что фигово. А кто, интересно, первый едет, а? А, София, наверное, да? Окей. Ха-ха, лошара.
статьи Софа. Ну ничего, вторые нормально. Я правда не помню, как в предыдущей гонке София проехала. Надеюсь, что не второй. Так, ну давайте посмотрим на результаты. На результаты деньги нам дают. Блин, на самом деле, фигово. Третьи мы. Как бы. Так, а София, кстати, получила в прошлой гонке 5 очков всего. Да. Так, ну поехали дальше. Посмотрим, как будет дела обстоять здесь. На самом деле, нам надо первое место брать, ребят. Ну вот, ну или, по крайней мере, сделать так, чтобы София и Фрэнк были хуже нас. Софа, здорово. А мы как раз о тебе. Вот, кстати, сейчас я готов отдать Джеку Бентону первое место. Первое место, блин. В крайнем случае, если что. Но не Фрэнку Малкову. И не Софи. Так, две дурочки едут перед нами. Да вы чё? Да куда ж ты, коза, едешь? Блин, Фрэнк Малков, ты тут откуда? Где вообще в очко? Блин, машинка дымится, нам еще целый круг ехать. Не очень хорошо. Блин, у нас колеса что ли нет? Так, ну чё, третье место, но хочу заметить, Фрэнк Малков и София где-то там в заднице. Вон, смотрите, София седьмая, а кто там? Где он? Фрэнк Малков шестой. Ой, нет, зачем? Так, и давайте посмотрим на турнирную таблицу. Кстати, деньги нам дают. Замечательно. О, и мы уже на первом месте, но тут уже ситуация обстоит по-другому. Смотрите, нас уже теперь догоняют Джейсон Уокер и Фрэнк Малков. В принципе, София тоже недалеко. Так, ну чё, теперь надо занимать первые места, ёптель. Теперь мы уже кого только можно вперед не впустили. Теперь мы примерно все на равных.
Ля, как это у нас так получилось прикольно. Вот так вот, ёптель. Сразу первое место. Так, Дуран уничтожен. Да блин, ну хорош. Бентон, скотина. Так, выкинули его. Блин, вон у него хорошо ресет как работает, а? Сразу за нами. Нет, чтобы там его пятым каким-нибудь сделать. Блин, Софа догоняет. Хорошо. Так, это мы, кстати, последний круг сейчас едем. Хорошо. Он, кстати, почти закончился. Так, ну что, здорово. Первое место. Джек Бентон, я так понимаю, второй. Что, София, когда? Там же Джек Бентон был. Как он, как она его обогнала? Ну ладно. Хрен с ним. Хрен с ним. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Мы должны быть на первом месте, собственно, да? Да, 30-25. Это хорошо. Хорошо, у нас есть 5 очков отрыва. Вот. Две гонки осталось всего. Так, нам надо первое место брать. Опять-таки. Если мы хотим побеждать. Чтобы от последней гонки мало чего зависело. Блин, я какими-то путями непонятными проехал вообще. Блин, Рибин, хорош. Вот. Нефиг гнать было. Джек Бентон-то, смотрите, уехал. Отмразь. Когда успел только. Опять я еду какими-то подпольными путями.
Да что ж я вылетаю в воду-то все время? Что ж такое? Ай! Нет! Четвертое место вообще никак. Так, ну ладно, у нас еще круг есть. Да ёбаный в рот, ну пули не сбивается, ничего. Чё ж всё такое бетонное-то? Блядь, что-то такое... Да задолбало, блин, грёбаная вода! Ну ресет не жмётся! Блин, мы не можем эту курицу обогнать. Пиздец какой-то. На, паскуда. Блин, ну третье место. Не очень хороший результат. Так, давайте смотреть на турнирную таблицу. Что тут происходит? Держим ли мы еще первое место? Да. Но отрыв всего 7 очков. Вот, конечно, неплохо 7 очков, но... Но, блин. Это можно прогореть. Ладно, постараемся не зафейлить. Я, конечно, хотел... побольше отрыв, но не получилось. Ладно, в принципе, 7 очков неплохой запас. Очень даже. Так что нормалек. Думаю, уж седьмыми-то мы не приедем. Блин, фургон. Откуда ты? Уйди. Так, я думаю, сейчас у нас будет второе место.
такая быстрая? Так, вот, а теперь уже и до первого места недалеко, в принципе. Изи. Опа, Салли Тейлор приехала второй. Неожиданно. Блин, я думал, тут мы соберем за все бульдозера нафиг. А тут что-то как-то вообще. Ну ладно. Так, ну нормалек. 46 очков. И 8000 почей. Так, и там, собственно, что осталось-то? Две гонки пройти. Давайте вот эту попробуем. Блин. Какие плохие отбойники, а. Сет не жмется, сучка. Блин, да ну нафиг, чё я 12-й еду? Вообще какое-то говно. Чего, блядь? Что это за говно? Блять, Липинг, ты мразь. Последняя. Ну едь, машинка. Родная, ну давай. Ну ёбаный в рот. Куда ты лезешь? Заебал ли, Бинг, сучка? Ой, трындец какой-то. Я не знаю, как тут вообще можно занять какое-нибудь нормальное место. Крышак какой-то. Ну чё она? Куда вот она едет? Не знаю, эти кочки еще все едут не по своей стороне. Да на. Трындец какой-то. Да идите в жопу, блядь, тупая гонка. Че это за дерьмо такое? Да едь ты, мать твою! Ну едь! Скотина. Вот, блядь, вот как они умудряются, я не понимаю. Блядь, почему я нахуй стартую? Тут, блядь, 31-м. Чё это за говно?
Как я, блядь, должен тут выигрывать? Если, блядь, пока эти первые выезжают, но вообще нормалек, мы должны, блядь, тут все стебаться друг с другом. Они, блядь, выигрывают, охуеть. Как круто. 5 баллов, блядь. Я, блядь, не знаю, как тут заворачивать вообще надо. Тут машина просто вылетает, вот просто. На 30 км в час она вылетает нахуй за трассу, за эту грёбаную. Ну хули ты едешь, блядь, по моей стране, урод. Какой-то. Не, ей-богу. Ну уйди. Писец. Ну нафиг. Что, блядь, ты меня сам направил? Да ну идите в очко, а. Бля, какая-то тупая гонка, а. Я просто в шоке. Все ее тупости. Ну хули мы все врезаемся так, блядь, уроды. Хули, блядь, первый нахуй проезжают спокойно. Хули, блядь, они... едут быстрее, нахуй. Хули, блядь, они едут. А эти все, блядь, долбоёбы врезаются друг друга. В том числе и в меня, нахуй. Хули, блядь, тут машина не может развернуться. Как я, блядь, здесь должен ехать? Со скоростью 10 км в час? Чтоб вписываться в эти грёбаные повороты. И, блядь, охуеть. Едем 9-е. Вот охуеть. Я, блядь, не знаю, как здесь надо ездить. Это какая-то, блядь, хуета, нахуй. Пиздец, блядь. Ну вот хули их так не выносит. Вон, блин, я только влево нахуй жму, я даже вперед не нажимаю. Этот говнюк, блядь, едет нормально, я вылетаю. Ну вот охуеть. Чё это за дерьмо? Куда ты лезешь, мать твою? Да ну едь! Да ну сука! Ой, бля... Вот же, блядь, говно! Хули вы так едете все, нахуй? Уроды! Не подыхает ведь никто, сучки, блядь. Ну и чё это, блядь, было нахуй? Что тебя так, блядь, развернуло?
охуительно, блядь. Пиздец, нахуй, 13, мать его, секунд. Все, ребят, всем пока.